Экстремальные вибрации в этом имени указывают на благородство, достоинство, воспитанность, деликатность и уравновешенность. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Внешний человек показывает практичность как ширмы для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Они всегда стремятся действовать. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Звук «У» дает человеку активное воображение. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Имеют отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Если их личная жизнь складывается удачно, то из этих людей получаются прекрасные супруги, заботливые родители, верные хранители семейных ценностей. Люди, имеющие букву «З», в имени чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Эти люди всегда имеют собственное мнение, даже при том, что они слишком чувствительны и добры. Навязать им чужие убеждения невозможно. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Дорогой друг! Поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.